закон, да, конечно, хороший. Немножко даже запоздалый. Оскорбление чувств верующих недопустимо. И в сегодняшнее время, к сожалению, когда общепринятые нормы морали, которые действовали еще там несколько десятков лет назад, они там подменяются какими-то очень такими туманными представлениями и декларациями о там, терпимости, о том, что вот, это можно, но ничего страшного. На мой взгляд, это все неприемлемо. К сожалению, приходится регулировать законодательно даже те сферы нашей жизни, которые, на мой взгляд, ну, с молоком матери должен каждый нормальный человек впитывать в себя, что можно, а что нельзя.